Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о кухонной плите Gefest PGE55-0203-0042-0044-0045. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Плита шириной 50 см с газовой варочной поверхностью и электрической духовкой. Классический дизайн и современное техническое оснащение дополнены стеклянным покрытием фасада и рабочей поверхности. Поворотные ручки управления декорированы накладками, на панели расположен сенсорный таймер. Плита проста в управлении и обслуживании, устройство можно использовать даже на дачном участке, где отсутствует газоснабжение. Достаточно подключить к ней баллон с пропаном. В нижней части плиты расположен хоз-шкафчик, предназначенный для хранения кухонной посуды и принадлежностей. Конфорки варочной поверхности разного диаметра и мощности, две стандартные дополнены большой и мощной, а еще есть экономичная с маленьким диаметром. Пользоваться можно посудой практически любого размера, сами конфорки надежно защищены составными чугунными решетками, а задняя стенка не пачкается брызгами масла и жидкости благодаря крышке. Все горелки разжигаются нажатием и поворотом ручки управления конфорки. Возле каждой ручки крана схематически изображена управляемая им горелка. Конфорки рабочего стола оснащены системой газконтроля, перекрывающим подачу газа при угасании пламени. Духовой шкаф с полезным объемом в 55 литров оснащен классическим нагревом с терморегулятором, поддерживающим заданную температуру. Дополнительно можно включить электрический гриль. Предусмотрен режим ускоренного нагрева с конвекцией, а еще в комплектацию входят съемный вертел и шашлычница. Плита предназначена для установки на полу, установка плиты на подставке не допускается. Плиту нельзя устанавливать за декоративной дверцей во избежание перегрева. Ключевые преимущества: чугунные решетки, электророзжиг горелок стола, газконтроль горелок стола, таймер сенсорный, гриль электрический, вертел с электроприводом, шашлычница, ускоренный нагрев с конвекцией, подсветка духовки, съемные проволочные направляющие духовки, выдвижной ящик для посуды и принадлежностей, ножки регулировочные. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Сенсорный экран немного туповат. Нет автовыключения духовки. Отсутствие задней крышки. Очень долгий поджиг. Теперь речь пойдет о положительных. Компактная. Удобная в эксплуатации и мойке. Все механизмы на отлично. Хорошие чугунные решетки. В комплекте шашлычница и гриль. Легко моется. Духовка нагревается быстро. Очень функциональная плита. Печет просто шикарно. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».